Ха! Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо вам огромное! Вы знаете, что мы с вами практически приблизились вплотную к 1 миллиону просмотров на нашем канале. Ребята, это невероятная цифра, которая только в начале моего пути казалась чем-то абсолютно недостижимым. Я хотел бы пожать руку каждому из активных участников, а нас уже более 10 тысяч на минуточку на этом канале. Ребята, всем огромное спасибо, и мы двигаемся только вперед. Сегодня я хотел бы поговорить о такой лирической составляющей, как мотивация, как целенаправленность и целеустремленность. Ребята, вы знаете, когда я был только в начале своего пути, я сейчас это, конечно, считаю началом. 10 тысяч по меркам остальных фитнес-блогеров – это совсем немного. Но для меня это огромный путь, и большая часть из которого была преодолена в голове. Вот именно это является основным камнем преткновения у большинства людей. Когда вы хотите заняться любимым делом, когда вы хотите уйти с головой в тот процесс, который увлекает вас всецело. И вам говорят, что вы не можете. Вам говорят, что это несерьезное занятие. Друзья мои, не слушайте того человека, который будет противником того, где лежит ваше сердце. Я ощутил это на себе. Когда я хотел стать фитнес-тренером, когда я хотел стать диетологом, для меня в первую очередь самой большой проблемой было преодолеть то, что я думаю в своей голове. И мне всегда казалось, боже, это не круто, это не серьезно, ну что это за профессия такая? Но мое сердце всегда, всегда лежало в этом направлении. И потом то же самое происходило в моей голове, когда я хотел начинать делать видео на YouTube. Когда я думал, что я же не смогу никого воодушевить. Я же не смогу никого мотивировать, потому что я очень отличаюсь по своим физическим характеристикам от остальных фитнес-энтузиастов, которые на просторах нашего интернета поражают всех своими размерами и речами о том, как классно быть огромным. Но, ребята, я ошибался как в первом случае, так и во втором случае. Для меня фитнес, спорт, работа с моими учениками стали не просто работай, это моя жизнь. Я получаю невероятное удовольствие от того, когда каждый из моих учеников прогрессирует, когда мы ставим персональные рекорды, и я действительно живу этой работой. Это даже сложно назвать работой, это просто моя жизнь. И то же самое произошло с YouTube. Я никогда не думал, что мы с вами найдем общий язык так быстро. Я никогда не думал, что эра, эпоха стероидного тренинга так быстро уйдет на закат. Мы с вами всегда были в авангарде этого движения за здоровье. И мне приносит неописуемое удовольствие то, что суперпопулярные фитнес-блогеры наконец-то тоже вклиниваются в это движение. Но главное даже не это. Главная мысль, которую я хочу до вас донести, это никогда, никогда не принимайте «нет» за ответ. Никогда не слушайте тех, кто будет вас демотивировать. Ребята, если вы чувствуете сердцем, что вы принадлежите какой-то индустрии, какому-то направлению, неважно, куда вы хотите попасть, вы хотите быть самым лучшим гидом, или вы хотите быть самым лучшим хирургом, вы хотите быть лучшим водителем Формулы-1 или фитнес-энтузиастом, делайте, делайте, и вы измените мир. Вы будете становиться лучше не по дням и по часам, ведь ваш прогресс зависит только от того, как вы развиваетесь. А развитие напрямую связано с обучением. И чем тяжелее тебе дается это обучение, чем больше ты прикладываешь усилий, когда ты думаешь, боже, опять нужно это делать, тем меньше шанс на успех. Когда ты находишься на своем месте, любое обучение приносит массу удовольствия. И это переходит из ряда трудностей в ряд того, что приносит удовольствие. И тогда вам море по колено. Всегда слушайте свое сердце, и вы измените этот мир. Ребята, только вперед!